есть один уровень, второй уровень, третий уровень. И здесь вот мы живем инстинктами. Инстинкты. То есть здесь чаще всего работают законы так называемого тела. Что такое законы тела? Ну, если так сказать, шутку, образно говоря, то есть мужчина для чего он создан, да? Мужчина создан для того, чтобы вырастить брюшко, посадить печень и убить тещу, да? Женщина у нас создана, прошу прощения, опять-таки это шутка, да, для чего создана женщина, да, для того, чтобы сломать ветку, разрушить дом и вырастить дочку. То есть здесь чаще всего создается механизм определенного инстинкта. И здесь, когда обучают людей, проходят курсы развития, саморазвития, стать успешным и так далее, и так далее. Но здесь у нас есть переходный, так сказать, маленький мостик, и здесь у нас включаются уже определенные рефлексы, кора. Здесь чаще всего у нас возникает механизм, а как бы нам заработать побольше денежек. То есть мы устремляемся к этому потоку и вкладываем определенные усилия. И здесь у нас тоже появляются учителя. Но здесь, если у нас там однодневный путь совершенства, то здесь у нас там двухлетний путь совершенства, трехлетний путь совершенства. И недавно я тоже встретил девушку одну. Я говорю, я вот езжу на курсы в один большой город, и вот уже 3 года она совершенствуется. Я говорю, ну как? Но она заулыбалась. Вот. И есть следующий путь. Следующий путь – это путь разума, либо творчества, да? То есть это надденежный уровень.